рабочая неделя. У кого-то она начинается в понедельник, у меня она начинается во вторник. Так что погода, как видите, прекрасная. Ветерок свежий, но оно и не лето же все-таки, а весна. Так что немножко я опаздываю, как всегда, потому что то дома, то одно, то другое. А вставать рано мне неохота. Я люблю поспать. Вернее, как поспать. Сплю очень плохо, но встаю на выходных рано. А как работать можно? Ну, в принципе, как оно у всех. Там вот дом красят. Готовится, все готовится к лету. Так. Машина такая. Утро, ну как утро, время уже 10, в принципе. Уже не такое уж и утро. Короче, улица тут еще те. Вот моя собака. Все обнюхала, уже все принюхала. В общем, пошла я работать. Сейчас быстренько сходим. За аренду заплатим. Здесь рядом. Ven aquí. Hola. Oye, ¿qué te he dicho yo antes? ¿Que no? Esta cosa me apretó. Солнце не люблю, я вообще без очков не могу ни 2 минуты, потому что солнце здесь ужасное, глаза прям светит. Блин, мне вот сюда. Так что пойду заплачу. Вот я и заплатила. У нас сегодня эта улица перекрыта, потому что ремонтируют туннель, потом покажу. Чарли! ¿Dónde va? Échale para allá. Mira, mira ahí, paloma. ¿Dónde está, paloma? Он меня любит голубей гонять. Я ему сказала, что там голубь, а там его нету. Обманула. Где он смотрит туда наверху? Знает, что будете гнать. ¿Dónde está, paloma? ¿Dónde está? Ищет, ищет. Все понимает, а? Это не у меня не собака, это у меня человек. Смотрите, вся площадь у нас там занята. Народу сегодня много. Это... Вот, посмотрите. О, уже все ушли. Буквально 5 минут назад было народу полом, а сейчас уже никого. Так, постараюсь опять работать. Пока клиентов нету. Разошлись. Наверное, сейчас ногти себе накрашу. Вот это у меня такой. С Меркадоны. О, открытый был. Блин, это Анна у меня ногти красила и забыла его закрыть. Ну, Маруся. Ну, вообще, не, вроде не засох. Это база. Такая база. Ну, наносится перед лаком. А вот с каким лаком мне накрасить? Может быть, вот эти? Вот этот тоже красивый. Вот эти не очень. И вот этот. Как-то перламутровый, сейчас неохота. Не знаю.
Вот этот тоже красивый, но не знаю даже, каким же мне нарисовать. Краше все-таки, наверное, вот эти. Вот. Да, этим. Так что будем красить. Иду на обед домой. Вот, как быстро. Вот туннель, который ремонтируют, я вам говорила. Пытаемся пройти. Если нас пропустят. Минаки, мин. Собаку пришлось взять на руки, потому что у них там настелено. Ремонтируют его туннель. Вернее, не ремонтируют, а красят. Кстати, его недавно красили. Я не знаю, что они так часто его красят. Смотрите, какой вид. Видите? Вот эта гора. Вот море. Море, море. Так, пошла я домой на обед. И нам еще вечером нужно работать тоже. Так что пора домой кушать. На этот вид смотреть я никогда не устаю. Каждый день море по-разному. Посмотрите, какая красота. Пахнет цветами. Вы только посмотрите. Люди гуляют. Там вот подальше. Это Альмунекар. Аквапарк там вот виднеется. Это просто что-то. Ну вот, я сейчас поеду за автобусом. Блин. Вот автобус. Сегодня решила с другой стороны подняться. Точнее, пешком подняться. Не на машине, а пешком пойду. Типа спортом позанимаюсь. Ну, наверх мне еще далеко лезть. То есть это лезть надо вон туда. Где замок. Вот туда мне лезть. То есть по этой вот лестнице вверх. Потом еще дорога. В принципе, недалеко, но. Так как это в гору, трудоемко. Ну что, в путь. И вот мы лезем, и лезем, и лезем. И никак не залезем. Вот такие улочки, переулочки. Вот такие дома. Ну, лезем дальше. Вот я уже на полпути. То есть вот оттуда я поднялась. А вот туда мне на самый верх, где знак, и в принципе все. Я залезла. Вот иностранцы. Они все по летним. Этот, блин, какой он. Иди, мама.
храбрый, со всеми хочет справиться. Собак, она там у одного привязана, наверное, убежала. Нет, ты посмотри, не хочет идти, все. Ну, в принципе, я уже дошла. Так что будем дорабатывать день. Еще один красивый вид хочу вам показать. Ну и, естественно, на море. Вот наш замок. А вот наше море. Посмотрите, какой вид. Кстати, уже есть люди с зонтиками. Я уже отработала. Хотела перевестись тоже. У нас время перевели на час. Я хотела тоже на час позже. Но клиентки предпочитают приходить раньше, чем позже. Поэтому не знаю. Может, переведу время, а может и не переведу. В то лето я вообще даже после обеда не открывалась. А в это лето не знаю, что будет. Каждое лето по-разному. Посмотрим. Поживем, увидим. А запахи какие? Пахнет чем-то, цветами какими-то. Время еще 6:30 только. Я уже домой. Работа у меня, как говорится. Работа не волк, в лес не убежит. Хорошая у меня работа. Ну, сам себе хозяин. Когда хочу, тогда и закрываюсь. А чё? Имею право. Вон какая красота. Сегодня ничем не занималась. Завтра едем в кино. Класс. Фильм новый какой-то вышел. Я не знаю, как он по-русски. Что-то в доспехах. Новый какой-то, в общем. Так что вот такие дела. Не знаю, может быть, сейчас заехать погулять еще с собакой или нет. В общем, по дороге увидим. Поживем, увидим. Вот такая у нас красота. Идут какие-то иностранцы сюда. А я пошла домой. Какие-то молодые люди. Зачем они туда заехали, залезли? Даже это не молодые люди, это какие-то шпана. Скажем так, местные алкаши. Алкашей везде хватает. Вот они по пиву взяли. Делать им дома нечего. Они пришли пиво сюда. Сели и дешево и сердито. Не надо никуда идти. Драться здесь не дерутся. Здесь они больше как кричать, орать. Поорут. Они, по-моему, собака там. Там собака куда-то залезла и не может выйти. Они типа ее спасают. Делать им нечего. Вот эта бабулька круги нарезает. Уже третий круг нарезает. Вот Сьерра Невада. Снег еще лежит. Но я пошла вниз, к машине. И смотрите, кто к нам пришел в гости. Привет,
И кто к нам тут пришел? Ревнивый. Чалис. Маленькая такая девочка. Мианита. Ай. Анита. Нравится ей. Смотрите, какая маленькая. Ай. Это игрушка Чарли. Видите, по наследству. По наследству идет. Чарли, но! Ту ай тенес. Теной стую. Ай, куда это она ее? О, она знает, где прятаться. Конечно, там хрен его найдет. Достанет Чарли. Мира, Чарли, тую. Тома. Чарли у меня по-испански только понимает. Ну, конечно, теперь ты ему не нужна эта игрушка. Да? Все, теперь тебе это не нужна, тебе нужна у той. Ани! О, она нашла от него, где спрятаться. Молодец, умная, правильно, нефига. Вон где она. Не видно. В общем, будем дальше играться. Я уже в пижаме. Так что, наверное, до завтра. Будем мы делами домашними заниматься. И играться с малявочками. Ать. Ой, какой ревнивый, а. Надо ей кровать постирать. Опа, жопой так. Так что до свидания, друзья. Не забывайте подписываться под меня и ставить лайки. Пока-пока.